больше людей! Он на крыше! Сосредоточить огонь! Твою мать, они уже здесь! Поторопись, мать твою! Вражеские снайперы в моей зоне! Мне нужна поддержка с верхнего ракурса! Не паникуй, я бегу со всех ног! Меня прижали! Пали по ним!
Снайперы готовы. Неплохо. Это еще не все. Сомович убегает. Я взломаю машину и перехвачу его, а ты быстро занимай позицию. Поездочка. Грейхаунд, я почти на месте. Сдохни! Чумелый сукин сын. Диас, к тебе движется несколько целей. Ответь! Целься в Сомовича, живо! Держись, я тебя прикрою. Вот и все. Пока. Идти можешь? С трудом.
Но я понял намек и пойду дальше. Я понимаю, что ты уже соскучился по бумажной работе, но ты неплохо справился, напарник. Давай-ка не будем говорить гоп, пока не доберемся до леса. Диас, я запрошу эвакуацию раненого. По передаче на дальнюю дистанцию тебя могут обнаружить. Кроме того, они все равно откажут. Знаешь такое выражение? Пустить в расход. Да, если хочешь быть героем второсортного боевика, я предпочитаю, своих не бросаем. Действуй по плану. Найди Ульянова и заставь его говорить. Он крепкий орешек и просто так не расколется. На этот раз придется надавить на больное. У меня есть доказательства того, что дружки его кинули. Это твой лучший козырь. Еще и сталкер, который они использовали как охлаждаемое хранилище. Если какие-нибудь тестовые образцы пережили саботаж, то они именно там. Я разберусь. Будь готов сваливать, как только станет жарко. Я достиг уровня улицы. Как ты там? Давненько мне не приходилось перевязывать раны. Но жить буду. Доберись до склада в полукилометре к северу от твоего положения. Несколько патрулей обязательно повернут в твою сторону, так что будь осторожнее. Я прикрою тебя. Пока радиомолчание. Поговорим, когда я туда доберусь.
Добрался до погрузки. Не хочешь объяснить мне, что тут, черт возьми, происходит? Кратко говоря, похоже, что центральное командование решило прикрыть это место. Так что Сомович пошел к ведущему исследователю Ульянову и сказал, что собирается связаться с некой организацией, заинтересованной в дальнейшем развитии проекта. Но он как-то забыл сказать Ульянову, что воспроизвел вирус, сделав так, чтобы тот передавался воздушно-капельным путем. И втайне договорился с этими ребятами, чтобы они убрали старика. Я уже хотел сказать ему об этом, но внезапно началась заварушка. Что на пленке? Доказательство того, о чем я рассказывал. Покажи ему, а дальше разберись сам. Просто узнай, кто стоит за всем этим. Переговоры — это не самая моя сильная сторона, но я посмотрю, что можно было. Где? Вон там. Я видел движение. Это просто крыса. Не дергайся. Командир увидит тебя в таком состоянии, и ты покойник. Вражеский снайпер! Никого не вижу! Пригните головы! Не вижу его!
Кто-нибудь что-то видит? Откуда это?